представляем вашему вниманию клавиатуру Genius модели KB380, которая в большей части предназначена для офисных работников. Отличительными особенностями устройства являются калькулятор и встроенные функции IP-телефонии для осуществления звонков посредством сервиса Skype. Встроенный ЖК-дисплей отображает входящие звонки Skype и результаты вычислений на калькуляторе. ЖК-дисплей имеет голубую подсветку. В комплектацию клавиатуры входит диск с драйверами для установки нужного программного обеспечения. Интерфейс подключения клавиатуры USB. Клавиатура имеет быстрый доступ к калькулятору, и кнопка передачи вычислений на персональный компьютер находится слева от ЖК-экрана. А с правой стороны клавиша быстрого вызова Skype и функция Security Lock. Встроенные в клавиатуру разъемы для подключения микрофона и наушников используются для полноценного интернет-общения по Skype. Разъем для наушников и микрофона находится в левой части клавиатуры. Также пользователь с помощью всего одной клавиши может передавать результаты вычислений со встроенного в клавиатуру калькулятора в необходимую программу персонального компьютера, например, Word, Excel или PowerPoint. Низкопрофильные клавиши Genius обеспечивают отличную обратную отдачу и низкий уровень шума. Также на клавиатуре расположены 14 клавиш быстрого доступа к мультимедийным функциям и интернет-навигации. Клавиатура подходит для всех операционных систем. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.